Сосульки на крыше держатся уже 2 недели. Глыбы льда заглядывают в окна квартир и подъездов. В некоторых местах они размером под 2 метра. Жители второго дома на улице Рыбацкой боятся заходить в подъезды и лишний раз выходить на улицу. Страшновато, конечно, особенно с ребенком. Вот, быстрее спускаемся, быстрее поднимаемся, чтобы под козырек попасть. Ну и давно такая ситуация? Ну вот как заморозило, потом потеплело, ну, наверное, 2 недели уже. Мы, собственно, гуляем с собакой, я хожу на работу, у меня жена здесь как бы, ну, постоянно выходит тоже на прогулку, и получается то, что я не могу быть уверен в том, что она, ну, безопасно может выйти из подъезда или зайти туда, потому что здесь огромные просто сосульки висят. Жильцы уже обращались в ЖУ-20. По их словам, диспетчер заявки принимает, но выполнять их никто не спешит. Сейчас уже не падают, наверное, пристыли, а то прям настом катились. Ну, никто, никаких реакций. Мы позвонили главному инженеру и предложили прокомментировать ситуацию. В данный момент работают альпинисты, очищают кровлю. Вот в настоящее время мы с вами разговариваем, а там работают альпинисты по очистке вот этих наледей сосулек. Ну, вот сейчас буквально в час все будет очищено. Остается надеяться, что на остальные проблемы и просьбы жильцов второго дома на улице Рыбацкой ЖУ будет реагировать, не дожидаясь приезда съемочной группы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».